Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 30 марта, день Алексия. Этот день в народе прозвали Алексий Теплый, и назван день память святого Алексия. Он родился в обеспеченной семье. Ему пророчили богатую, беззаботную жизнь. Однако Алексий, уверовав в Бога, решил посвятить себя служению Богу. За день до свадьбы он сбежал из дома. Многие годы провел в молитвах, добрых делах, питаясь только подаянием. Спустя некоторое время он вернулся домой и жил там, в чулане, поскольку родители его не узнали. В народе говорили: «Алексий с гор потоки». И все потому, что в этот день талая вода течет в реке с гор. В этот день крестьяне выносили картофель для проращивания, проверяли ульи. Рыба от весеннего тепла выходила к поверхности воды, и многие выходили на рыбалку. В этот день было принято пить медово-березовый взвар. И вообще почитали березу, которая была символом чистоты и мира. Считалось, что березовые почки, собранные в этот день, обладают особой целебной силой. Приметы. Если погода сегодня прохладная, весна будет поздней. Каковы в этот день ручьи, таков будет и разлив рек. Тепло на Алексея к урожайному году. Если пряжу сегодня положить в открытый водоем, то это сделает ее прочной и белой. Если сплести в этот день сеть и отправиться с ней на рыбалку, весь год будешь с рыбой. Если Алексию сегодня помолиться, то будешь весь год с медом. На орешнике сережки появились, зиме конец. Пора садить мак, редиску, цветы. Двадцать четвертые лунные сутки. В эти лунные сутки начинается пробуждение природных сил для нового лунного цикла. Естественно, этот процесс происходит и в человеческом организме. Причем активируется творческая мужская энергетика, которую можно использовать на созидание чего-то нового или выполнять тяжелую и продолжительную физическую нагрузку, тренировку в конце концов. Если этого не сделать сегодня, то творческие силы, не получив должного выхода, могут навредить, либо исчезнуть за ненадобностью. День подходит и для интимной близости с целью реализации мужской энергии. Питание доверьте вкусам, но не переедайте.